В завершении выпуска к новостям экономики. Сегодня американский доллар и европейская валюта продолжают ослабевать по отношению к рублю. Так, $1 сейчас на бирже оценивается в 67 рублей 70 копеек, евро 75 рублей 61 копейка. Как сообщает портал РБК, на 11 утра Москвы стоимость нефти марки Brent $40.62. И о средней стоимости бензина, по данным сайта авто72.ру, литр 92-го стоит 34 рубля 30 копеек, 95-й 36 рублей 60 копеек. Цена дизтоплива составляет 37 рублей 40 копеек. Стоимость сжиженного газа 12 рублей 80 копеек за литр.